Доброе время суток. Вот таким образом перемещаем наш высококанал вермишетика. Поливается, соответственно, все редиска и укроп. В общем, и рукава, все, что здесь зашло, все вот так нехитро поливается. И естественно растет. Ну вот на этом все выкачалось. Там снова надо поставить на редисочку. И как видим, помидоры у нас, которые сегодня высадил, вот таким образом поставлены гидротеплоаккумуляторы, накрыты каталором. И теперь даже заморозки не страшны, температура будет поддерживаться, в том числе и ночью. Здоровья вам и благополучия!